OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Которая Путиным была поставлена по поводу демилитаризации Украины, она же на самом деле достигнута была еще в апреле и в мае, если честно. Насчет сил и средств, которые Украина может применить, по данным нашей разведки, только на запорожском направлении у них более 50 тысяч, на донецком направлении в тылу у них в резервах более 80 тысяч. Также они накапливаются на херсонском направлении, николаевском направлении, днепропетровском направлении, харьковском направлении. По моим прогнозам, основной удар все-таки будет... На харьковском направлении? Я имею в виду... На территории Харьковской области накапливаются. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Все понимают Соединенных Штатов, что так называемый контрнаступ, он обречен на провал. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну, Украина. Подавили эти огневые точки. Вот мы в рекламную паузу это обсуждали. Каждый раз мы можем столкнуться в ситуации, что мы чего-то не знаем. И мы не готовы к современной войне. Я ведь помню, как в этой студии люди объясняли всерьез, что сейчас мы как вот тактическое ядерное оружие выкатим. Давайте уберем ядерный боезаряд сатаны, поставим конвенциальный и долбанем. Как красные линии нарисуем, и все испугаются. Ну вот сегодня случился удар по Кремлю. Что, где эти люди, которые грозили и говорили про красные линии? Вот здесь же, в этой студии, бывшие генералы. Понимаете, то, что БПЛА когда-то долетят до Москвы или любого другого крупного города, ну, было понятно с самого начала. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Именно для этого Украина занималась разработкой собственных БПЛА. Именно для этого западные специалисты переделывали старые советские Су-143 беспилотники для того, чтобы наносить удар вглубь нашей территории. Весь режим киевский, вся сегодняшняя политическая Украина – это один большой проект, один большой такой политический проект и ЧВК, направленный против нас. Будут у них более мощные беспилотники, они их тоже пошлют. Ничего, в общем, на самом деле удивительного для тех, кто всерьез следил за происходящим последний год, не случилось. И, по большому счету, давайте я скажу, может, кого-то это расстроит, но это ни на что не влияет. Ни в тактическом плане, ни в стратегическом. Даже если бы прилетело 50 беспилотников, да хоть 100, это не влияет на конечный результат. Да что ты, черт побери, такое несешь? Мне кажется, очевидно был план взять под контроль Киев и закончить эту спецоперацию в короткие сроки. Но мне кажется, что ошиблись все. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. Россия созвала Совбез ООН с инициативой обсудить поставки западного вооружения Украине. Якобы это противоречит международному праву. Однако Небендю, представителя РФ в Совбезе ООН, пристыдили, поскольку Россия в войне против Украины сама пользуется внешней помощью, закупая иранские дроны «Шахед», с помощью которых атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Допустить поражение Украины Западу никак нельзя. Во-первых, она якобы после поражения перестанет существовать как независимое государство. Хотя мы никогда подобных планов не озвучивали. Киев – мать городов русских, а не украинского нацистского ничтожества. Так что Киев домой. Во-вторых, милитаризм и имперские амбиции Кремля Украины якобы не ограничиваются. И Киев, дескать, защищает не только себя, но и весь свободный мир. Ну, этот бредовый тезис вообще нет смысла даже комментировать. Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати Алексей Зайц. Уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль
о войне между нашими народами. Сейчас они публикуют кадры неосуществленного нападения России на Украину. Но кого это интересует? Ведь британский министр иностранных дел об этом говорит с такой уверенностью. Врет, как дышит. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. Еще раз, специально для Лондона. Примите сигнал. Мы уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. Однако оба этих абсолютно ложных утверждения стали обоснованием для запуска лихорадочной кампании по вооружению Украины и оказанию ей косвенной военной поддержки. Столь масштабная военная поддержка, наверное, не оказывалась ни одному государству в истории. Одно можно сказать точно. Без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились. Парадоксально, учитывая тему сегодняшнего заседания, что именно Россия ведет эту войну, применяя оружие, полученное из Ирана, в нарушении резолюции 2231. И практически несомненно стремится получить оружие из других государств, санкционированных ООН, как Северная Корея, по мере того, как арсеналы России истощаются. Мы отмечаем, что несмотря на громкие призывы здесь, в Совете, и вновь это было во вторник, обеспечить прекращение огня, призывы к миру, диалогу и дипломатии, российский президент в среду только подтвердил с особой силой, что вторжение будет продолжаться и что оно будет затяжным. Он также подтвердил неоимпериалистический характер этой кампании, заявив, что в отличие от Петра Великого, он сделает Азовское море внутренним российским морем. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть, так. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну, вот такой все-таки значимый результат для России. Госпожа председатель. В свете неустанных усилий России захватить территорию Украины в нарушении устава ООН и дегуманизировать, убивать, подчинять народ этой страны, у Украины не остается иного выбора. Украина реализует свое право на самооборону. В противном же случае она бы перестала существовать. В аналогичной ситуации мы бы все поступали бы точно так же. Вот так кремлевские шизофреники навязывают свой срусский мир. Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО. Дружественным для России государством. Прогнозировали одни, прогнозировали и другие, моделировали, да, в общем-то, ситуацию, которая совпадала. А в чем тогда феномен? Что произошло? Ну, все ошиблись. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Ну кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Приходится напоминать эти факты. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну Украина, подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. В принципе, обычно не волнуюсь, выступая публично, но сейчас спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это,
А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России. Спасибо. Ждем появления первой партии танков «Абрамс», которую американцы, как оказалось, доставили на Украину еще в субботу, то есть раньше запланированного срока. Правда, сколько танков пришло, никто не говорит. Ранее глава Пентагона Остин говорил о 31 машине, но, судя по всему, их будет больше. Белый дом и Пентагон изучают возможность отправки Украине еще 30 дополнительных танков М1 «Абрамс», сообщает издание «Мессенджер».